Когда в Петербурге решили возвести четвертую версию Исаакиевского собора, то инженер Августин Бетанкур и архитектор Агюст Монферран столкнулись с рядом проблем. Например, как вырубать гранит для колонн. Помогли законы физики. Зимой в скале сверлили отверстия и вбивали туда мокрые деревянные клинья, либо просто заполняли их водой. Жидкость при замерзании расширялась, и камень трескался по заданной линии. Кстати, сами эти колонны Монферран предложил ставить в первую очередь. И только после этого возводить стены, чем немало удивил членов строительного комитета. Он же предложил делать купол не из камня, а из металла, и сделать его тройным, а промежутки заполнить горшками. К этому методу прибегали в Древнем Риме и на Руси, чтобы улучшить акустику в храмах. Наконец, русско-немецкий физик Борис Якоби изобрел метод гальванопластики, позволявший сделать скульптуры не из цельного куска бронзы, а из тонких слоев. Статуи получались полыми, легкими и дешевыми в производстве. Таким образом, Исаакиевский собор – это не только памятник архитектуры, но и образчик передовой строительной мысли XIX века.